17 октября в актовом зале Аграрно-экономического колледжа Хасавюрта руководители проектов по экономическому развитию страны провели методический семинар со студентами экономического отделения по реализации программы вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность Российской Федерации. Руководитель федерального проекта «Ты предприниматель» по Республике Дагестан Тимур Меджидов рассказал о своей предпринимательской деятельности и отметил, в чем польза данного проекта. Я пришел к вам для того, чтобы презентовать программу, чтобы развивать свой регион. Я уехал в Москву, не остался там. Я привез программу в регион. Я хочу развивать регион. Мне это важно. Я родился, вырос в этом городе. Мне очень важно, чтобы этот город развивался. Я сталкивался с таким, что я в 2008 году, когда открыл свое дело в Хасавюрте, первое дело мое, было очень сложно, были очень много проволочек бухгалтерских. Не знал много чего, не знал много государственных, очень много государственных мер, государственной поддержки. Но на сегодняшний день есть агентство по инвестиции и предпринимательству Республики Дагестан, которое дает субсидии. Как отметили выступающие, программа создана для вовлечения молодого населения в предпринимательство и рассчитана на молодых людей от 14 до 30 лет, которые хотят открыть свой собственный бизнес. Далее, выступая перед собравшимися, директор финанс-групп Джамиля Мелесова прокомментировала выступление Меджидова, акцентируя внимание на то, что во время отсутствия подобных проектов было намного тяжелее осуществлять предпринимательскую деятельность. Когда я открывала бизнес, не было вот этой программы федеральной. Нам никто не говорил, не проходил, не говорил, так нельзя делать, вот как правильно делать. А есть вот такие книжки, а есть вот такие сайты, а есть вот такие ребята, пойди к ним, спроси, как они делали, они тебе помогут. Об этом никто не говорил. Я работала год, собрала 400 тысяч рублей, открыла свой бизнес. В завершении беседы студентами были заданы вопросы, на которые получили от специалистов развернутые ответы. Также стоит отметить, что Джамиля Мелесова активно ведет тренинги с группами, желающими открыть свой бизнес не только на территории Дагестана, но и за ее пределами. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».